Лето в Саратовской области задержится как минимум на месяц. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр. До конца этой недели сохранится жаркая сухая погода и высокая пожароопасность лесов и степей. В Саратове температура воздуха достигнет плюс 30-32 градусов, а ночью опустится до плюс 15-20. Такую погоду в августе местные метеорологи не считают чем-то из ряда вон выходящим. И напоминают, что 10 августа 2010 года столбик термометра в Саратове достигал почти плюс 37 градусов. Нынешнему августу до таких аномальных рекордов далеко, хотя отклонения климатических параметров имеются. Начавшаяся неделя по температурному режиму будет несколько выше климатической нормы, а именно будут в полуденные часы температура преобладать по районам области от 28 до 33 градусов, а по югу, юго-востоку, левобережью до 35 градусов уже завтра. Температура воды в Волге в настоящее время 22,5 градуса. В окрестностях Саратова, в акватории Волгоградского водохранилища. Такой температурный режим сохранится до конца недели.